Перенесите всю свою линейку продукции в дополненную реальность и дайте своим дилерам инструмент для эффективной работы. Что мы предлагаем? Готовую платформу для AR-демонстрации с персональными профилями каждого дилера. Сколько времени нужно для создания персонального профиля? Профиль каждого пользователя создается автоматически при регистрации в приложении. Для заполнения всех контактных данных необходимо 1-2 минуты. Сколько времени нужно на создание AR-продукта? Сам продукт в дополненной реальности создается за 1 минуту и управляется в дальнейшем одним кликом. Что нужно для того, чтобы создать AR-продукт? Для дилера, чтобы создать продукт с дополненной реальностью, нужно иметь миниатюру самого продукта и создать соответствующий AR-шаблон. Для создания AR-шаблона нужно выбрать из предложенной 3D-галереи нужную 3D-модель. Как 3D-модель попадает в 3D-библиотеку NetHolder? Компания-производитель с помощью 3D-специалиста создает 3D-модели всех своих продуктов. Модели загружаются на сервера NetHolder через личный кабинет и после этого становятся доступными для просмотра и дальнейшего использования дилеров. Как создается голограмма NetHolder? Голограмма – это видео, снятое на зеленом фоне. Каждый пользователь в своем профиле загружает видео самостоятельно. После загрузки это видео можно использовать при создании AR-профиля или AR-шаблона продукта. Загрузка видео занимает несколько секунд, создание AR-шаблона происходит в один клик. Как дилеры смогут популяризировать продукты с AR? Для каждого AR-продукта автоматически генерируется QR-код, который сканируется встроенным AR-сканером. Развивая свою базу клиентов, дилеры могут регулярно обновлять линейку AR-продуктов и рекомендовать просмотры своего профиля через социальные сети. Приложение NetHolder имеет встроенный чат, что позволяет прямо здесь общаться со своими клиентами и присылать им свои AR-продукты.